Итак, друзья, всем привет! Сегодня хочу показать, как я разберу эту лестницу. Потом будет видео, конечно, по монтажу. Вот. Ну, сегодня мы ее разберем. Я ее изготовил, сейчас разбираю. И, ну, доделываю, там, фрезеровать буду, да что. И поеду на монтаж. Монтаж тоже будет. Здесь у меня прикручены такие, видите, прибомбасики. Ну, чтобы ступенька не уходила далеко. Я в них упер ступеньку и все. Разбираем лестницу. Изготовленную на заказ. Если не трудно, конечно. Если не хотите, не надо. Так вот. Ну, как обычно, у меня крепление такое, видите, на шпильку. В общем, нормальное крепление, ничего никуда не падает. Шип позор без всего. Сейчас разберу ее, подшлифую, подфрезерую где-то что-то. Вот. Ступеньки подписал. То есть, когда буду собирать, посмотрю по номеру. Ну, потому что они все равно где-то что-то чуть-чуть играет. И, ну, надо подписывать их. В общем, я подписал лучше. Лучше, конечно, подписать. Лишнее не будет, что подпишешь. Заборчики. Сейчас я откручу эти свои причиндальчики. Тут бомбасики. Лестница на 180 градусов. С задвижными ступенями, с подступенками. Да, ну, единственное, что без покраски, конечно. Ну, можно, в принципе, и покрасить. Подписывайтесь обязательно.
высчитать лестницу, надо разделить. Разделить, вычесть, еще раз разделить. Блин, ну, как там? Я не могу так объяснить, надо считать, смотреть. Считать-то рассчитаешь, а делать кто тебе будет ее? Заказал бы и все. И не мучился. Блять. Косоуры сняли. Так вот. Все, тут видите, у меня все на глухарях. Опс, опс, два глухаря. Все, ничего больше не надо. Она никуда не денется. При сборке промажу силикончиком. Он склеит все и вообще будет классно. Крепление у меня изнутри, как всегда. Но я тут не на все закручивал самолет. На все-то мне и не надо. Кстати, следующая лестница будет на 90 градусов, тоже с подступенками, но ее я буду отправлять в другой регион. Это делается в мой регион, ну я послезавтра или послепослезавтра поеду на монтаж, а следующая лестница на 90 градусов, тоже с подступенками, она отправляться будет в другой регион. Выкладываю иногда что-то, что здесь не выкладываю. Так, это у нас пятое. Пятое. Подписать надо. Вот такие, видите, треугольные ступени. Вот. Забежные. Забежные треугольные ступени. Тут что, подрисовано, ну все. Как бы разбирается-то она быстро. Кстати, видео по сборке будет на ютубе, да, обязательно.
Должно быть. Ну, в принципе, и все, разобрал почти. Так. Можно, если что, потом вот это... А, ну там, блин. Да, надо выкладывать видео, конечно. Разбираем постепенно.